Совместный рейд провели сотрудники полиции Центра по противодействию экстремизму с добровольными народными дружинниками. Для проверки сотрудники полка ДПС остановили автомобили под управлением иностранных граждан, а участковые посетили места, где они могут временно проживать. Для постановки на фото и доктоучет в отделы пункты полиции доставили 145 иностранцев. Также у всех проверили документы, подтверждающие законность пребывания на территории нашей страны.